Да, у нас много общего. Насчет этот репрессия, самый главный мотив репрессии очень похожи друг на друга. Потому что против политической партии, против гражданского общества, против журналистов, тот, что есть у нас, можно и одновременно наблюдать здесь, в Беларуси. Потому что мы слышим, какие новости, что вот преследуют журналистов, политическим лидерам, активистам, членам гражданского общества. То же самое картина у нас можно наблюдать. И в течение последних 3 года, я думаю, что в Азербайджане много вещей ухудшилось. И сейчас, допустим, в Беларуси я вижу, что правительство что-то хочет имитировать. Ну, хотя бы хочет имитировать, что вот член ОБСЕ постарается быть нормальным партнером Европейского Союза. И так далее. В этих сферах есть что-то вот. Но, к сожалению, в Азербайджане уже наше правительство заканчивало этот имитировать политика, демократизация и так далее. Несмотря что мы члены Совета Европы, несмотря что Азербайджан 2 года тому назад стал председателем у кабинета министров Совета Европы, у нас проблемы сейчас то же самое, которое можно в Беларуси наблюдать. И насчет мотивации я сказал, вот мотив в первом смысле уничтожить альтернативные организации, альтернативную мысль. Вот если есть среди журналистов, кто-то критикует правительство, их можно уничтожить, их можно прислать журналистам. Сейчас, в данный момент, в Азербайджане около 150 политзаключенных. Это огромное количество. Это, я думаю, что после Турции, члены Совета Европы, вторая страна. Вот. И среди них есть политические лидеры, лидеры разных политдвижений. Есть журналисты, много Facebook-активисты, блогеры. Среди них есть члены религиозной там, общины, которые тоже критиковали правительство за их социально-экономическую политику. И насчет правозащитников, что можно сказать? Да, вы правильно говорите, что нас уже освободили. Сейчас мои коллеги, некоторые находятся в зарубеж, в разных европейских стран. Они не смогли жить в Азербайджане после этого вот давления. Некоторые, как Ариф Юнус и Лейла Юнус, они тоже с медицинским мотивом, они вынуждены были покинуть страну. Но тех людей, которые сейчас в Азербайджане, у них нет возможности работать нормально. Во-первых, 2 года тому назад, 3 года тому назад уже правительство начало создавать новые законодательства. Сейчас данные законодательства не дают нам возможность работать. Мы не можем получить, допустим, финансовую помощь или из национальной донором или зарубежным донором. Вообще насчет это иностранных доноров в Азербайджане никакой организации сейчас не работает. Много организаций были у нас в стране, просто 100% они покинули. ОБСЕ свой офис закрыл. Некоторые вот такие международные гуманитарные организации уже не существуют в Азербайджане, у них действий в Азербайджане нету. Потом санкции, новые санкции придумали против неправительственной организации гражданского общества. Это очень такие тяжелые санкции. Над этим просто невозможно работать. И самый-самый главный политические репрессии, вот политические мышления 100% изменится. И правительство считает сейчас все это люди, которые находятся в гражданском обществе, как вы сказали, враг народа. Они против нас начали вот этот черный пиар, нас объявят, не знаю, шпионом проармянской или иногда про иностранным силам, которым. То же самое кампания, которую мы видим в России,
У нас сделали свои копии и да, начали. Вот и психологически невозможно работать, вот, иметь официальный офис, иметь какой-нибудь возможность привести семинары, тренинги, форумы. Сейчас в данный момент невозможно. Если мы есть возможность материально, допустим, привести какое-то мероприятие где-то в Баку или в регионах, допустим, за это надо получить разрешение из президентского администрации или местного исполнительного власти. Поэтому все это стало сложным работой. И сейчас чем мы занимаемся? Мы постараемся, во-первых, защищать тех людей, которые сидят сейчас в тюрьме по политическим мотивам. Это самое главное, это для нас приоритет. У нас огромное количество политзаключенных, это просто невозможно терпеть. Второй, просто мы постараемся, что вот международные организации, они были более четко и более конкретны и более серьезно против таких государств, как Азербайджан, как Беларусь. С ними, с этими властями невозможно разговаривать таким дипломатическим методом. Надо планировать более конкретные механизмы для защиты прав человека в Азербайджане, в Беларуси, в России, в Турции. Мы так считаем, потому что сколько будет это продолжать, это имитация, вот это, все это членство, все это, вот это обязанность они взяли от ОБСЕ, я не знаю, вот Совет Европы. И со всеми это надо закончить. И это наше сейчас желание, и мы постараемся в этих направлениях работать.